До 10 нетрезвых водителей выявляет ГИБДД за время одного рейда в Казани. Однако накануне пьяных за рулем было еще больше 15. Одного из них патруль остановил в Дербышках. Автовладелец отказался от медицинского освидетельствования, вел себя агрессивно. Нарушители доставили в отделение, а машину на штрафстоянку. Другого нетрезвого инспектора задержали на улице Арбузова. Он почти успел доехать до дома, однако по пути успел натворить дел. Совершил дорожно-транспортное происшествие на проспекте Имашева. Оставил место дорожного происшествия, то есть скрылся с места и был задержан с экипажем дорожной патрульной службы на улице Арбузова. Водитель управляет транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения.